вот эти все бонусы, просветленка, рога, они в процентах увеличивают качество и дальность. Получается, что теперь вот эта, например, та же просветленка не дает столько бонусов, сколько раньше. И там уже не 20 метров. Тут все очень тонко. Ну, конечно, это не 30 метров и не 40, как, например. ПТ-шка наша советская, помните, 4-го уровня. Это тебе Макс сегодня про нее сказал. Хорошая ПТ-шка. 185Б, да. У нее обзор 390 на 4-м уровне. Будет 340. Или 330. Ну, короче, пиздец. Как и все, короче. Да. Время меняется. А, и опять понашпигают премиумных танков, блядь, там какой-то французский новый, типа ФЦМ-ки, что-то еще. Ну, короче, как всегда, бизнес делают. Премиумные. Да, премиумные, как всегда. Премиумные. Он хелик. Справа светился. Ох ты, блядь. Блин, а у меня тут еще лампа еще не прокачана. Я ж забыл. Ага, лампа бы у тебя спасла бы от КВ-2, конечно. Ну, лампа бы я бы понял, что выезжать не стоит. А тут такой выехал такой. Зацеп хламину, далеко от своих не отрываемся. Даже пострелять не пострелял как-то. Не за тот тупик буду прям. Сука! Кто-нибудь затырит его, блядь? Сука, блядь! Не пробить, я заебал он! Кладварь, злоебанный! Тоже вроде шестой, блядь, ты играешь на ПТ-шке, сука, пробить его не можешь. Ну как так-то, блядь? Это, блядь, нереально. Просто, блядь, стрессом прорвали. Не торопись там, в принципе, он на ИСТ-29 возвращается. Все, полбеды ты уничтожил, считай. А, вон еще вторая беда. Моряк. Кто по тебе кинул? Кашка. Какашка. Тигр. Обнаружен противник.
Ну, народ, а. Ну, ну, какашка. Все в сборе. Пиздец, скорость снаряда вообще такой медленный. Тут кто-то... С упреждением два раза выстрелил и не попал в тигра. Я охренею. Тут кто-то, короче, не помню, кто-то из нас с клана, у меня, ну, в ВКшке в группе спрашивает. А чё, говорит, там это типа ХЛК-то, говорит, что-то порезали, что ли? Говорит, что-то я, говорит, не заметил. Я прям выпал ржать. Пиздец, ну да, так-то. А ты человек, значит, вообще на ХЛК-е не ел. Я говорю, ты вообще на ней ездил, нет, блин. А чё, говорит, когда, говорит, её порезали? Я его вообще, это, говорит, вот буквально, говорю, патча 2-3 назад. Вместе с квасом, по-моему, даже её резанули, кстати. Да, одновременно. Да я что-то, говорит, не заметил. То ли человек хотел докопаться до каких-то слов, до моих, то ли что, блядь, не могу понять. Да ёбаный в рот, блядь. Сиденье вообще пиздец, я охренею, это машина сейчас. Т-29 сам с собой там разговаривает. Процентов не топовый, но фуловый. Хуя спит, блядь, трех фрагов сделал, спит, блядь. Ну, во сне, блядь, что ты? Ну, во сне хуярил, кстати. На лунатил. Он там еще сжигает. Либо и сам. ВКшка тоже он задался таким вопросом. Забираю 43 хп. И все, и он уехал, блядь. Давай, давай. Ну вот. Сатана, что-то заберет, нет?